Друзья, сегодня мы играем в наш Риддл. И что у нас сегодня? Всем привет, друзья! Егор, это знаешь что? Что, Питер? Сегодня у меня будет брачное интервью. Серьезно? Да. И меня покажут по новостям, так что ты можешь посмотреть наши новости города, Дар Риддла. Ладно. А еще там сосед изменился. Что изменился? Опять? У нас каждый день сосед странный. Сосед! Не, я уже в городе буду ходить с Эребластом, потому что я помню. Я был в фургоне, вчера в фургоне полицейского. Вышел, за мной нашелся полицейский. Я забрался на этот дом. Полицейский перестал, нас он ушел. А сосед... Твой выпрыгивает. Тут сосед на меня в городе ловит. Да, сосед? Смотрите, у него тут снеговички. В красном костюме. Такие фиолетовые кроссовки. Это редкий скин под названием... Это... Да, там новогодний костюм. Он мне сегодня попался. Сосед. Что тебе надо? Сосед, ты что такой нервный? Ты меня достал, потому что каждый день прогонуешь меня. Сегодня будут показывать, короче, новости. И будут брать интервью от Питера. Интересно. И что там будет? Так. У нас пока что в городе Дар Риддл все хорошо. Так. И наш город называется Дар Риддл, и я в интернете посмотрел, и перевод такой: Дар темный, Риддл загад. Это темный загад. Санта, ты меня забыл. Ладно. Это значит, что темный загад. А потом, что в городе постоянно что-то происходит. То нашествие роботов, то дендроиды тут везде бегают. То вот этот сосед, который в подвале кое-что прячет. Загад. А что сосед? Сосед не бежит. Почему тут сирены? Внимание, новости начнутся через 1 час. А, это новости тогда начнутся про наш город. Полицейский, ты знаешь, что будут новости про наш город? Я знаю, я буду смотреть. Так. Мадам Ата, ты знаешь, что у нас через час будут новости в нашем городе? О, ты чё? Я раз с вами буду снимать. Боже? Ладно. А ты мистер Цао знаешь? Конечно, пойди лучше. Купил мне что? А тут ничего нет. Ладно. Газету прочитаем. Загадочные поля на ругах. Может, наоборот, загадочные руины поля. Газета. Разработчик проекта Дар Риддл умер от истощения и скуки. Во всем виноваты инопланетяне. Вы поняли, о ком идет речь? А сосед, где здесь даже видят, где сосед инопланетянин. Кстати, я дружу с каналом Sanich Play. Так, плюс мой. И там подпишитесь на него, можете вести. Я могу даже в своем сообществе выложить. Да, называется его она. Сосед, ты тут? А где сосед? Так. Внимание, сейчас начнутся новости. Уже я прошел 1 час, но я постоянно паузу. Сейчас пойдем смотреть наши новости. Так. Здесь я сплю на этом диванчике. Здесь мой телевизор, тут сам телевизор. Тут я играю в 4-й главу. Так. Новость. Сейчас будем смотреть. Внимание, всем здравствуйте. И это новости. Сегодня мы расскажем новости города Дар Риддла. Дар Риддл — это город под названием
по переводу темные за это. Мистер Питер, расскажите нам про это все. Сосед Роча, вы лучше с ним не связывайтесь, потому что он родит вещи. Я помню ночью, когда я хотел прогуляться по городу, я вышел. Потом, когда я возвращался домой, я видел там соседа Рамы Саженец. А вы, миссис, это... Что расскажете? А, вот этот сосед, я раньше была с ним жената, и он хочет устроить войну робо-котов в этом городе. Из-за этого я с ним разошлась из-за того, потому что из-за его безобразного поведения. Посмотрите, можно? Срочно вызвать полицию на этот город Ридл. Этот сосед, который постоянно над всеми издевается. Я даже видел того ночью, один год назад у Питера своровал саженец. Отлично. Все рассказали. Странного уровня. Стоп, Тошка. Давай, вы видели, это сосед, который... Ау, его реплей. И сегодня мы должны поймать этого соседа. И ну что ж, друзья, сегодня мы с вами эти новости. С вами были новости. До новых встреч. А? Что? Вы это видели? Это реально новости были. И сейчас мы только что посмотрели это новости. Дарк Ридл. И Аджетс Сосед. Это монстр, который ворует у людей. И вещи. Питер, ну что? А, ты видел это что по телевизору? Да, я видел. Я видел. Круто. И мы должны, походу, ловить соседа. Сосед. Все, ловили, все доели. Сегодня, с сегодняшнего дня я уничтожу эту... ваш город Ридл, и я... буду тут жить только я и пришельцы. Сегодня я буду уничтожать этот город и убивать всех жителей. Сосед, ты серьезно? На тебе. Полицейский, он хочет уничтожить город. Но хочет уничтожить город. Вот этот тип опасный. Поймать его, сосед. Видели, он там даже по новостям вот этого ведущего побил. Потому что он сам допросился. Получай. Че меня бьешь?
На тебе. Не надо! Надо, значит. Надо! Ты сам это хочешь. Значит, давай, сейчас мы тебя... Руки вверх. А не то, ты будешь мертвым. Что? Не надо! Не надо! Хозяин монстр. Все узнаем о этом городе Ридделе. Темная загадка, ну и еще скоро здесь будет все темное. Продолжение следует.